С марта изменились правила дорожного движения и появились новые дорожные знаки. Например, у некоторых светофоров теперь есть новая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом белолунного цвета. Секция дает водителю сигнал, что на переходе за поворотом могут идти пешеходы, для которых горит зеленый свет. В Самаре такие светофоры работают уже несколько месяцев в качестве эксперимента, а с марта нововведение распространяется на все регионы страны. С начала весны внесли изменения в правила проезда перекрестков с круговым движением. Если раньше на кольце главными были все, то теперь подчеркивается, что главный тот, у кого есть соответствующий знак или сигнал светофора. В 2017 году было принято решение о том, что все кольца являются главными. Но опять же, интенсивность движения по разным дорогам разная, пропускная способность разная. Так или иначе, перед некоторыми кольцами стояли знаки приоритета. Это какие? Это уступи дорогу или главная дорога? Нынешняя редакция просто подтвердила, убрала положение о том, что кольцо всегда главное, и нужно ориентироваться в первую очередь на знаки приоритета. Если перед кольцом расположены светофоры, нужно руководствоваться сигналами светофоров. По большому счету, принципиально.